Привет всем! Это видео с пошаговой инструкцией по проведению сервиса топливной системы на современных двигателях. В особенности данный сервис необходим всем двигателям типа GDI, а именно с прямым впрыском в цилиндр, которые, к примеру, установлены на современных Hyundai и Kia. В этом видео я использовал двухэтапный способ очистки инжекторов от компании SmartBlend. Приятного просмотра! Итак, на примере данной Toyota FRS, первое, что мы делаем, это отсоединяем вакуумный патрубок, идущий во впускной коллектор. В данном случае самым легкодоступным будет тот, который используется усилителем тормозной педали. Соединяем его и подключаем трубку для подачи примеси. Оставляем пока так. Далее берем второе средство, предназначенное для самого топлива, и заливаем в бак. Также убедитесь, что бак заполнен как минимум наполовину. Иначе можно залить данное средство при следующей заправке. Итак, мы готовы заводить двигатель. Я даю команду своему ассистенту. Он заводит двигатель и сразу же поднимает обороты до 3000 и удерживает их там. Тем временем мы начинаем процедуру подачи примеси во впускной коллектор. Двигатель, скорее всего, начнет сильно троить, и местами будут пропуски зажигания. Это нормально, и значит, что средство поступает, а именно происходит очистка инжекторов и внутренней камеры сгорания. Эта процедура занимает примерно 5 минут, пока не закончится средство в банке. Ни в коем случае нельзя опускать обороты ниже 2000, иначе двигатель может заглохнуть. Теперь, когда банка пуста и средство больше не поступает, я говорю ассистенту, чтобы он медленно снизил обороты и дал двигателю поработать на холостых в течение 30 секунд. Таким образом, мы можем убедиться в том, что двигатель работает ровно. Мы глушим двигатель и отсоединяем трубку для подачи примеси, а также подсоединяем вакуумный шланг обратно к усилителю тормоза. Снова заводим двигатель. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз, чтобы восстановить давление в усилителе. Теперь можно ехать. Это было видео с пошаговой инструкцией по проведению сервиса топливной системы. Спасибо всем за просмотр.